Когда две точки в европейской части России связываются через Франкфурт или тем более через Нью-Йорк, происходит очень существенное увеличение задержки. Вот это вот увеличение задержки мы можем легко засечь и найти при помощи наших устройств. Это устройство состоит из обычного микрокомпьютера, к которому подключен ГЛОНАСС-приемник, который со спутников ГЛОНАСС принимает время и синхронизирует его с максимальной точностью в наносекундах, до наносекунд, на специальном сервере времени. Это устройство в первую очередь предназначено для телеком-операторов, которые с ее помощью могут мониторить характеристики своей сети.